Фестиваль по ловле корюшки «Клевая Колыма» возобновлен. Конкурс зимней подледной рыбалки проведут в бухте Гертнера в районе зоны отдыха «Горняк». По вопросу его проведения сегодня прошло выездное совещание. На нем обсудили основные организационные моменты фестиваля. То там мы планируем поставить автоклуб, автосцена наша, на которой будет проходить концертная программа, викторины и, соответственно, подведение итогов. Мы ее планируем вот здесь. Если мы смотрим с вами прямо, с левой стороны, здесь у нас будет установлена палатка, сувенирная зона. Участие в конкурсе зимней рыбалки примут около 200 рыбаков. Чемпионат будет разделен на два этапа. Они будут связаны между собой и пройдут параллельно. Первый этап – это непосредственно само соревнование, которое предполагается провести в бухте Гертнера в районе первой уйковой ямы. В преддверии этого этапа мероприятия предполагается электронная регистрация участников. Это будет соревнование в личном зачете, где, собственно, рыбаки покажут свое мастерство. По итогам соревнования пройдет награждение победителей фестиваля в нескольких номинациях. Далее пройдет второй этап рыбацкого фестиваля. Он предполагает праздник зимней рыбалки. На нем пройдут культурно-массовые мероприятия, концертная программа, гастрономический фестиваль и чествование победителей. Помимо всего прочего, здесь также действительно в рамках гастрономического фестиваля будут готовить уху, ну и жарить наверняка те уловы, которые похвастаются рыбаки-любители. Организаторы еще не определили, чем будут награждать победителей фестиваля. Эксперты отметили, что призы будут соответствовать основному увлечению участников – рыбалке. Среди презентов будет рыбацкая амуниция, снасти и все, что с этим связано.